Миллионы детям на аттракционы. Счастливчик из города Актау купил билет телебинго и выиграл миллион. А самый везучий человек Медет Имангалиев выиграл путевку и отправился в отпуск. Бүгін осы телебинго бағдарламасына қатысып, осындай жүлдені ұтып алдым. Қуаныштымын. Қатысыңыздар, ұтыңыздар. Супербинго в размере 14 миллионов тенге не достался никому. А значит, 1 июня следующий победитель может выиграть более 16 миллионов. Играй и выигрывай. В субботу в 20:00 на 7-м.